Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 2. Вычисли, выбрав удобный порядок действий. 5 умножить на 2 и умножить на 64. Удобнее 5 умножить на 2. Это получится 10. А затем 10 умножить на 64. То есть к числу 64 справа приписать 1 0. И мы получим 640. Второе выражение. 8 умножить на 25 и умножить на 4. Удобнее 25 умножить на 4, потому что получится круглое число 100. При умножении 100 на 8 мы справа приписываем 2 нуля и получаем число 800. 2 умножить на 93 умножить на 5. Удобнее 2 сначала умножить на 5. Получится 10, а затем 10 умножить на 93. То есть к числу 93 справа приписать 1 0. Получится 930. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.